Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусные рецепты от Натальи». Сегодня буду печь рассыпчатые, хрустящие, потрясающие вкусные корзиночки с шоколадным кремом и джемом. Рецепт очень простой, легкий и быстрый. Итак, начинаем приготовление. Слоеное тесто я разморозила. Вот оно у нас продается такими кружочками. Форму я смазала слегка внутри сливочным маслом. И теперь укладываю вовнутрь теста. Беру стопочку, прижимаю, и вот так получается. Вилкой прокалываю внутри немножко. Выпекаю при температуре 200 градусов в течение 12-15 минут. В сотейнике у меня горячие сливки. Высыпаю сюда мелко порезанный шоколад. Все перемешиваю до растворения шоколада. Закрываю все пищевой пленкой в контакт и оставляю, чтобы масса остыла до комнатной температуры. В миске у меня масло комнатной температуры, взбиваю его миксером. Добавляю сюда шоколад частями и продолжаю взбивать. Добавляю сюда ложку алкоголя. Вот такой крем получился. Теперь пробуем, достаточно ли он сладкий. И при необходимости добавляем сюда еще сахарную пудру. Вот такие корзиночки получились. Теперь я беру ложечку и немножечко их вот так прижимаю, чтобы было место для крема. Вот так получается. И так делаем со всеми корзиночками. Теперь кладу немножко джема. Можно взять любое варенье, конфитюр, повидло, все, что вы хотите. Крем я переложила в кондитерский мешок и теперь наполняю корзиночку крема. И вот такая красотулька получилась. Это у меня такое варенье из айвы. Вот такие корзиночки получились, очень вкусные, нежные, буквально тают во рту. Рекомендую, попробуйте. Рецепт простой, легкий и быстрый. Благодарю, что смотрели мое видео, благодарю за ваши лайки и комментарии. Если вам понравилась идея, поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Желаю вам всего самого доброго и до новых встреч. Приятного всем аппетита!